Так, у нас еще идут заезды топ-16, а я уже здесь сижу и, собственно, готовлюсь к небольшому интервью. А это, собственно, означает, что у нас Антон Козлов тоже выбыл, но там так сетка вся посыпалась. Аркаша выбыл, Тивадар выбыл, Идиатулин выбыл. И сейчас еще у МТ идет, у Жени Лосева тоже очень такой острый момент. Поэтому финал в Сочи будет просто заглядение. Я давно так вот не... прям переживал, родил за нашу команду и за пилотов, которые за нее едут. Не переключайтесь. Вот под такой восхитительный закат. Мы заканчиваем 6-й этап. Я вам уже говорил все, много где еще говорил результаты. Его, он действительно не очень результативный для команды и для пилотов, но очень интересный с точки зрения подхода к финальному этапу в Сочи. Будем его обязательно ожидать. Ну а мы, собственно, грузим. Сейчас Супра едет в ангар на обслуживание. Да подожди ты, едет она на Дукалисе, и нас встречает вот такой вот грузовик, грузовик Пиститоник Карвиди Рейсинг. Ребята из логистической компании, которые нам помогают весь сезон, делают это и в очередной раз, и теперь мы еще очень красивые, всегда передвигаемся на все наши этапы, и будем это делать впредь. Поэтому большое спасибо за поддержку, и если вам вдруг... необходима хорошая скидка и хорошие условия на перевозки, обязательно обращайтесь. Ой, еще и он с гидробортом.